Друзья мои, добро пожаловать в новую серию прохождения Watch Dogs 2. Мы с вами сейчас должны будем отправиться на новое задание. Ну, вы сами все видели, что произошло. И перед походом я хотел бы побеседовать с нашими друзьями. Маркус Холлоуэй, гроза святош. Да ладно! Маркус Холлоуэй, борец с фейковыми табличками. Нафиг! Маркус Холлоуэй, разрушитель Нью Дон. Ну это норм, так и оставляй. Знаешь, сколько в среднем раз за день человек ходит в туалет? Это ты так про слив данных Хаум пошутить хочешь? Смотри, какие тут категории. Инфаркт до 30, скрытый диабет, вторая неделя беременности. Никогда больше не куплю камеру с доступом в инет. Что ж, удачи. Попрощайся с мобилой, телеком, секс-игрушками. Только не с ними. Почему жизнь так несправедлива? Еще можно побеседовать с Ситарой. История с Нью Дон не закончилась? Не совсем. По всей стране прошла волна протестов. Нас поддерживают даже те, кто раньше и знать о нас не знал. Так что все удачно. Хорошо бы эта секта закрылась совсем. Мы к этому идем. С нами Миранда и Джимми Сиско. Так что Нью Дон осталось недолго. Похоже, директор Хаум обкатывал программу на своей семье. Ты шутишь? Жена подала на развод, потому что он подсматривал за школьницей. Ему теперь грозит срок? Прямых улик нет, но все возможно. Оказывается, людям не очень нравится, когда за ними шпионят. Как неожиданно. Ну все, а теперь я готов. Давайте на всякий случай еще раз посмотрим, что там нам потребуется. Здесь у нас операция называется «Зазеркалье». Нам нужно узнать все о фальшивых аккаунтах в Invite. Пишут, что кто-то использует неактивные учетные записи в соцсети Invite для накрутки числа фолловеров DeadSec. Пора выяснить, кто за этим стоит и при чем здесь руководство соцсети. Так, ура! Мы с вами на воле. Давайте пробежимся. А Нудл снова говорят. Компания недавно объявила о покупке очередного стартапа. На сей раз это InstaWheels. Нудл приобрел эту компанию всего за 750 миллионов долларов. InstaWheels придется выдержать конкуренцию с Driver San Francisco. Но, по словам инсайдеров, тесная интеграция с поисковиком Noodle и сервером Noodle Maps способна сделать InstaWheels лидером рынка. Эта покупка выглядит предупреждением для конкурентов Noodle, в частности Invite, которая также расширяет свой портфель стартапов. О, господи боже! Да хорош нам звонить! 911. Не смейте звонить никуда! Так, ну смотрите, здесь у нас вот в этом месте находится задание. Давайте отсюда свалим, потому что сейчас тут будет полиция. Не угоняет, а угнал. К вам отправлен наряд. Прошу, успокойтесь. Так, 200 метров остается до точки начала задания. И вот мы с вами приехали. Так, здесь паркуемся и начинаем нашу миссию. Отправляю левые учетки. Тебе нужен ком директора, Мэри Кэтскилл. Она в отпуске, в офисе должно быть пусто. Добраться до лифта, ведущего в офис гендиректора. Мой брат сейчас работает в какой-то лаборатории Тайдис, где все супер секретно. Так, кого-то можно взломать. Это должно быть от души. Подожди, а как мне... А как мне пройти сюда? Момент. А, так стой. Так сейчас, может быть, проще сделаем. Хотя, вы знаете, я что-то не совсем понимаю, как нам проникнуть-то. Ну, получается, только нужно взламывать.
Да, все, получаем код доступа. Это прям, ребят, совсем все просто получилось. Я, честно говоря, думал, что-то здесь придется заморочиться. Но это вовсе никакая не запретная зона, поэтому нам спокойно-преспокойно дают здесь перемещаться. Так, а вот и лифт. Да. Ой. Не, ну это правда не совсем то, что я хотел сделать. В общем, нам, по всей видимости, куда-то придется пройти. Там, скорее всего, у нас находится комната управления. Ну, либо комната охраны. Да, дуть перестал. Заходим. Ах, вон оно что. Я разблокировал лифт. Иду туда. Между прочим. Еду вверх. Пора получить ответы. Удачи, Маркус. Мы с тобой. Я тут. Выясняю, кто накрутил цифры. В чем дело? Все клиенты исчезли. Ботов нет. Что ты сделал? Ничего, это не я. Маркус, я не вовремя? Похоже, не вовремя. Наверняка пьется льдом. Я думаю, представляться мне не надо, да? Я знаю, кто ты. Той ночью на пляже. Знал же, что лицо знакомое. Не знаю, Венера была ретроградной или еще что, но думаю, это судьба. Вы нас хакнули, а я в это время был тут. Хотел пообщаться, и вдруг ты ссышь на кроссовке. Мозг есть, цели нет. Что начальник охраны Блюм делает в офисе директора Инвайт? Зачем ты накрутил цифры? А, предложишь суперзарплату? Нет, ну уж нет. Нет. Знаю, ты и моих лучших программеров перекодишь. Но я не могу называть CTOS 2.0 шедевром среди систем безопасности и нанимать подозрительных типов. Эй! Я просто пришел выпить. Но если хочешь потанцевать, давай. Думаешь, это все шутки? А? Давай. Ударь меня. У тебя все с рук едят, думаешь, твоя система непрошибаема? Не замечаешь тех, кого уничтожаешь? А знаешь что, Маркус? Знаешь что? Людям надо говорить, где добро и где зло. Им насрать, как именно, лишь бы работало. Но не работает же. Пара жертв среди гражданских – это цена, которую приходится платить. На вашу войну все кладут болт. Плывете вверх по течению, прямо в пасть гризли. А зачем накрутил нам цифры? Потому что в долине все слабаки. А вы – отличное вложение. Агрессивные, возмущенные. Все поджали хвосты и прибежали ко мне. И тогда ты им впарил CTOS 2.0. Это идеальное средство борьбы с хакерами. А теперь всем нужна моя защита. Ну вот, слушай, Маркус. Твое досье снова в сети. Твой доступ заблокирован. А что до моих ботов? Все.
Да. На твой арест выписан ордер. Хакерство, корпоративный шпионаж и кража со взломом. Ничего, я все равно добил. Сука! Всем постам! Всем внимание! Поблизости обнаружен опасный преступник. Не, через главный вход вообще не вариант. Говорит база. Черт! Обдурили! Черт! Копы окружили здание. Вали оттуда. Черт! Маркус, тебя окружили. Потом побесишься. Сваливай! Повторяю, выходите! Ладно, ладно. Сваливаю. Только что засекли цель. Давай, поехали. Так, еще одну ловушку поставили. Черт, ушел. Так, вот теперь самое главное нам удрать от вертолета, хотя это, честно говоря, будет очень-очень проблематично, ребятки. Честно ты говоря... Блин, ну вот это вот было крайне неприятно. Сейчас, подожди, давай сделаем немножко попроще. Надо убежать. Вот это найс. Всем отрядом, он еще поблизости. Продолжаем поиск. Черт, потеряли цель. Не видим их. Можете открыть огонь на поражение. Ну нифига себе. Слушайте, а как вариант под деревом где-нибудь спрятаться, это прокатит или нет, интересно? Вообще, наверное, нет. О! База, ожидайте. Пройдемся. Ожидайте, база. Ищем. Нельзя. На поиски подозреваемого отправлен внедорожник. Ну что, скорее всего, у нас получится удрать, ребят. Будем надеяться. Так, здесь я специально так стал, потому что мало ли пойдет поезд. Ну что, осталось совсем немного подождать. Сейчас пойдет тревога. Ну, здесь дорог нет, поэтому здесь они, я думаю, что точно не поедут. А вертуха нас, ну, сами понимаете, не увидит. Ну вот и все. А где же он прячется? Видите его? Все, скрылись. Там становится слишком жарко. Возвращайся. Разберемся с этим вместе. Задание выполнено. Ну, а теперь нам нужно вернуться. Так, куда нам требуется вернуться? Давайте посмотрим. Ну, смотрите-ка, нам нужно переместиться в хакерспейс. Ну, и давайте прямо сейчас мы с вами это сделаем. Срань! Сраная! Срань! Не все так плохо. Выглядим как идиоты. Твою, сука, мать! Рэнч, да уймись ты! Мешаешь! Да, ты права. Так только хуже. Маркус, есть что сказать? Ну, народ, если честно, плана у меня никакого нет. Только одна мысль, и я бы меня, пожалуй, не слушал. Вот так! Ну, молодец, иди ты! Рэнч. Знаю, дела идут так себе. Да, дела отстой. Но что бы ни творилось, это фигня. Мы нашли свой голос. Мы пошли против колоссов и изрядно их помяли. Надо бы сказать тебе спасибо. Что за финальный монолог? Разве нет? Я в деле. И в тебе уверен. Остальных убедим. Я не прав? Это с каналов DeadSec. DeadSec отстой. DeadSec тупые кулхацкеры. Вы нам врете, т.д. Хэштег DeadSucks.
Ну да, набросили всякого говна. Да и плевать на них. Плевать на них? Господи, Маркус, ты меня слушаешь, мне не плевать. Я столько лет из кожи вон лезла, чтобы заслужить уважение этих людей. Это мой бренд. И ему пришла хана. Ну так разрули. Не знаю, смогу ли. Ну что ж, если от этого легче, ты хотя бы не в бегах. О, черт. А награда за тебя обещана? Может, все-таки разбогатею? Да сейчас, ты меня все равно не поймаешь. Ты на звезду трека наехал, сучка. Лучше пешком. Ага, да? Травмы не хочу. Да, я тоже. Если для того, чтобы спасти Датсек, придется вытащить всех наших в чертову пустыню, я это сделаю. Мы слишком далеко зашли. Ребят, ну, короче говоря, мы с вами должны побегать и здесь и осмотреть территорию. Скоро начнется рядом с центральной статуей. Давайте смелее! Нечестный бой. О, более чем. Сейчас из того мелкого все дерьмо выбьют. Но разве не в этом прикол? Круто же смотреть, как ему дают люлей. Да, я хочу сказать, он же сможет встать на ноги и превозмочь. Хочешь, чтобы это выглядело как метафора Датсек? Я к тому, что если ты хочешь поддержать Датсек, я, конечно, за, но ставить деньги на этого шизика не стоит. Упадет и не встанет. Вот и посмотрим. Слушай, ты как, поможешь нам на турнире? Да, не вопрос. Так, поблизости у нас новая цель. Сейчас мы с вами узнаем, кто это. Гораций? Он самый. Эй, чувак, что творишь? Людям нужен драйв, а этот трек-лист — полное дерьмо. Дерьмо без признаков жизни. Диджей Раций. Просто Раций. Когда-то даже с этого лобал. Может, снова заняться? Выбор у меня невелик. Эй, не хорони Датсек. Мы просто слегка встряли. Станем круче прежнего. Ты всегда самоуверен. Верно. И всегда прав. Так, так, так. Погнали. А, вот так! Намного лучше. Закрыл диджею доступ к пульту. Ты спаситель танцпола. Слушай, раз ты закончил тут творить добро, приходи в центр. Датсек участвует в турнире. Я приду. Ну вот эта музыка хотя бы немного у нас помелодичнее. Ну что все полуголые? Это что, какая-то вечеринка для полуголых? Непонятно. А вот здесь у нас ситара что-то делает. Рисуешь тег? Ага. Но не Датсек. Не стоит. Слушай, Маркус, не трави душу. Я пытаюсь развлечься. И я. Поэтому мы, в смысле Датсек, намерены победить в хакерском турнире. И что, все согласились? Конечно. Я ж обаяшка. С этим не поспоришь. Вот, нет проблем. Мы справимся. Все будет отлично. Смотрю, ты уже все решил, да? Нет, но уверен, что вернувшись в режим ситары, ты решишь все за меня. Черт, ты коварный тип. Тогда встретимся у той мерзкой скульптуры. Ладно, я приду. Ладно, похоже, у нас остается Джош. И на этом мы с вами закончим. Джош! Познакомишь? А, это Сьюзан, учительница из Милуоки. Ей 32, и она водит красный... Круто! Слушай... Перед турниром мы хотели сфоткаться у той скульптуры, если ты не занят. Не хотел мешать вашим играм. Играм? Мы не играли. Просто объяснял Сьюзан, что если переобогатить смесь, то на низких скоростях движок заглохнет от избытка топлива. Четырехтактный движок точно загнется. Да, точно. Ладно, увидимся там.
Все, задача выполнена. Нужно позировать для общего фото. Здесь испытание? Я готов. Народ, соберитесь, сфоткаемся. Так, только не моргай, хорошо? Конечно. Так, движуха начинается. Джош, разберись с цифрами и ответь. Рэнч, на тебе бармаглот. Надо его подключить. Гораций, ты будешь отвлекать соперников. Мочи их. Мы с Ситарой займемся взломом. Начали. Дэдсек, погнали! Нужен обзор получше, используй дрон. Уже почти, я внутри. Так, а это что? Ха-ха, мило, берем быка за рога. Погнали! Итак, за дело. Похоже, тут таймер. Ломанешь его? Конечно. Давай, ломай, ломай, ломай! Хватит, сука, двигаться. Ситара круче всех. Ситара молодец. А может быть сюда нам послать сигнал-то? Давай здесь то же самое сделаем. Ха! Лол. Чё-то я не врубаюсь, ребят. Секунд. Так, вот смотри. Сейчас. Не, вообще не врубаюсь, блин. Чё тут делать-то? Так, тут у нас замок. А, все, я понял. Смотри, делаем вот так. Сразу вот так. Можно пустить вот так. Подождать, вот так пускаем. О, да. Так, запустили. Правда, не совсем понимаю, что это нам дает. Да блин. Вот так делаем. Ждем. Ну давай, Ситара, что там? Ах ты, ё-моё. Блин, ну что за лол такой, а? И как нам здесь, блин, сделать? Вообще не врубаюсь. А, вот так делаем. Ну, наверное, как-то вот так. Короче, меня бесит то, что здесь... А, вот, все. Меня бесит то, что на время. Вот так вот, раз, почти и все. Давай. Чё давать-то? А что такое-то? Блин, вы что, офигели, что ли? Ребят, что получается, нам заново все надо делать? Блин, вот жесть. Так, хорошо, тогда пускаем с вами вот так. Сюда пускаем так. Ну ладно, на время так на время. Так, хорошо, здесь пройдет. Так, а походу нам... Блин, какая бесючая тема, ребят. И вот сюда давай. Ну окей, не вопрос. Так. Ну, походу, что-то вот здесь надо сделать нам. Сейчас, вот сюда пускаем так. Да, блин, крутится, тварь. Спасибо. Давай. Ждем. Ждем, нет. А, вот сюда еще вот так. Ну вот и все. Народ, все назад! Сейчас загорится, назад! Откуда ты знаешь? Оно должно загореться. Оно не может не загореться. Говорил же! Это охереннейше! Летит ужасный бармаглот! Вы кто такие? Я Джош! Ситара! А я Гораций, как жизнь? Отлично, я Маркус! А ты кто? Я Рэй! Надо было больше лить...
Хотите чутка оттопыриться? Две унции священного улета. Народ, все, я ухожу в офлайн. До скорой встречи. Гораций, ты жив? Слово «жив» потеряло всякий смысл. Ага, ты жив. Я забыл сказать, что грибочки искупались в кислоте. Джош? Я тут. Аспергер пытаются лечить галлюциногенами. Генами. Джош оштырила. Пойдем, повтыкаешь на что-нибудь. Ладно. Черт. Ты не Рэй. Ты Рэй, Реймонд Кинни Рэй. А у меня до сих пор есть твои журналы. Помню, читал «Драйвера войны» и прокачивал велик. Рюкзак с антенной. Да я твой рот кит использую, блин. Дыракул? Да. Я-то думал, вы все теперь кулхацкеры. Я, может, не прав, но твоя команда что-то многовато распыляется. Ты главный? Я нашел Уолда. Нет, чел, у нас все не так. Наше первое правило – никаких личных армий и главных. Да, но вообще-то я видел, как они шли за тобой. Нет, чел, это то, против чего мы воюем. Система там у нас – это полная жесть. И любой из тех, кто тут отвисает, сто пудов скажет то же самое. Это трёп, бро. Просто трёп. Ладно. Пару лет назад эта сраная система отметила меня как ненадежного. Связала с каким-то криминалом, типа это возможно. А сейчас из-за CTOS это повсюду. Я вижу, как они действуют. На уровне подсознательного. Ты размножился? Да, с нами это случается. Это не подсознательное. Это кандидат, Маркус. Ты наблюдатель. Но это не главное. Программа «Кандидат» — это контроль. Это как Оруэлл и Хаксли в одном. Профайлинг, консюмеризм, управление СМИ, бизнес-сговор — и все по алгоритмам предсказания. А теперь они открыли лавочку в самом центре Кремниевой долины. И кто-то в сраном Блюм использует CTOS и скармливает кандидату инфу. Это пропаганда. Это боль. Боль от невозможности со всей дури двинуть Блюм по яйцам. Детки, я могу помочь вам. Убьем настоящего Бармаглота. Идем со мной, Маркус. Какого хера? Черт. Маркус, вставай живо, пошли! Что, блин? Я провел ночь рядом с очень голой и очень татуированной особой. Рад за тебя. Нет, чел, ты не понял. Она невеста сынов Рагнарёка. Мне, нам надо валить. Надо вам, ас, понял? Пошли! Сыны скоро... Вау! Да. Значит, вы лоханулись. Насколько? Мы все под ударом, потому что мое имя всплыло в системе. Люди сложат 2 и 2. Твою мать, а где все, а? Всего-то. А чё, мало? Речь идет о Блюм. Эй, перед тобой враг Блюм номер один, сынок. Да, я годами прячусь от этих ублюдков. Если хочешь, я сотру тебя из системы.
Дай пару часов. Просто так? Ну, возможно, принесу в жертву козла, но в целом, да, просто так. Вот ты где. Мы все утро тебя ищем. Похоже, тут нет бюро забытых вещей. Да, тут в пустыне скорее кто нашел, тот и забрал. А он что еще тут забыл? Да, Маркус, зачем ты привел к нам чужака? Блин, ну привел и привел. Мы с ним убегали от байкеров и... Да. Знаете, это не важно, он с нами. А, с нами? Ну ладно. Просто обычно мы обсуждаем это вместе. Знаю. Виноват. Но вы уже знаете Рэя. А теперь знакомьтесь. Реймонд Кинни. Это Реймонд Кинни? Я думала, ты чище. Да, я привык. Можно обнять? Не больше двух. И к этому привык. Может, оставим, будет нашим домашним хакером. Он может нам помочь. Он может, может остаться тут. Он должен. Ну ладно, ладно. Но не дай бог, что случится. Я из его яиц омлет сделаю. Я тебя понял. Шапка класс. Маска тоже. Ладно, Квитай. Пиво будешь? Да, конечно буду. Парочку. Спасибо. Да, и принесите ему ноут, что ли. Он научит нас магии. Эй, Тибон. Я готов, чел. Меня аж трясет. Режим активист включен. Ну, как нам достать Блюм? Чего? Придержи джойстик, сынок. Да Блюм вам еще как до Китая раком. Даже со мной. Рэй, проводишь брифинг без меня? А как же наш уговор? Нет, просто не хотел мешать. Чему мешать? Фигня это. Давай, Маркус, брифуем. Ладно. Давайте мы... Взглянем на главных сборщиков данных парней из Нудл. Любой поиск от скидок на тостеры до порева с бульдозером дает им новую инфу о вас. Основу профайлинга? Да, но сюрприз. Блюм уже наложил свои жадные лапки на все эти данные. Вот блин, это круто, Ситара! С помощью данных Нудл Блюм усилит кандидата, протянет новые ниточки. Если получить доступ к этим данным, можно скопом убить кучу зайцев. Я помогу. Нудл не хакнешь. Для этого нужно попасть на ферму серверов. А чтобы попасть туда, нужен доступ. Ты так просто даже на территорию не проберешься. Как ты думаешь, откуда инфа у нашего роба-зомби? А у тебя есть доступ? Нет, чел, я не высовываюсь. Мне и без того уже в спину дышат. Маркус мог бы сойти за их сотрудника. Нет, Ситара, не просто сойти за сотрудника. Расскажи ей все, Гораций. Их автобусы. Я нашел эксплойт в данных работников. Проведу тебя к автобусу, а тебе надо заехать внутрь. Мол, ты один из водителей. А, черт. Йо, ну погнали. Ладно, да. За дело. Эй.